Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который валяет самолета Minecraft Pocket Edition. Ну, самолетов у нас будет два. Это будет такой обычный кукурузник. Ну, чтобы нам на нем полетать, нам понадобится канистра бензина. Тапаем ей, потом берем гаечный ключ и тапаем тоже по самолету. И после чего мы оказываемся в нем. Чтобы нам взлететь, нам нужно глядеть, так сказать, вверх. Ну, это, честно, маленько неудобно. Возможно, в скором времени добавят некие кнопки, с помощью которых мы сможем подниматься. Вот, ну, что могу сказать. Обновление второго мода маленько улучшилось. Улучшили текстуру. Так, ну, наш самолет почему-то все еще получает урон. Ну, вот, от лица, точнее, от вида селфи выглядит тоже красиво. Ну, от первого лица выглядит это еще красивее. Так, ну, теперь посмотрим второй самолет. А второй самолет у нас уже военный. Так, то же самое делаем с ним и пробуем взлетать. А этот военный самолет мне нравится больше. Но, к сожалению, вид от третьего лица у него не очень. Поэтому мне понадобится, наверное, включить, я не знаю. Так, он тоже так же получает урон. Но здесь мы сможем стрелять. Также даже кидать, не знаю, как сказать, бомбы, которые будут через несколько минут взрываться. Ой, минут, секунд, точнее. Минут это было бы много. Вот. Ну, точнее, он, наверное, кидает динамит уже зажженный. Но выглядит это очень красиво. Мы можем стрелять. Так у нас все, он еще продолжает взрываться. Но текстуру тоже улучшили. Стало довольно красиво. Ну, это вообще очень классно. Если сравнить с ПК, то почти не отличается. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.